Друзья, категорически всех приветствую. Чуть позже я вам расскажу про чудо чудное, диво дивное. Пока что покажу красоты деревень карельских. Ну не только что деревень, а то, что окружает, когда ты едешь в эти деревни. Смотри, какая чайка там летает, рыбу нарой. Комбинат или как там, завод, короче, лес заготавливал, насколько лесовозов ночует. Два лесовоза целых жут лес, но на территории еще он куча. А, Ладвинский лесозавод, во. О, столовая. Она уже не работает давным-давно. Тем не менее, она есть. Ну, сколько леса. Раньше много возили в этот, в Финляндию. Там лесовозы еще стоят. Да, дорога такая. Ну это вообще дорога, по которой я поехал, лесовозная. Грунтовка широкая. Тут нельзя ездить обычным машинам. Но у нас есть пропуск на эту дорогу. Вот до реки сейчас поедем. Ой-ой-ой. Сколько леса. В Финляндию раньше ездил лес, теперь не ездит в Финляндию. Все. Санкции. Посмотрим, надолго ли этих финнов хватит с этими санкциями. А, видите? Проезд запрещен. А в нашей конторе можно. Да первая зима будет, отсюда уже и эти дрова возят в Финляндию. Не то, что даже лес, а дрова элементарные в сетках. Именно с этого лесозавода. Да и скорее ли топливные брикеты тоже возят в Финляндию. Возили в Финляндию. Вот честно. Я после таких принципов их, даже после открытия санкций бы, запретил продажу нашего народного достояния. Нефть, газ, лес. Толкать на экспорт. Раз мы такие типа плохие, пускай там в этой Европе не мерзнут. Друг об друга греются. Недаром их называют теперь гейкеров. Ладно, не будем о грустном. Я не злой на людей, на обычных людей. А вот на властей я очень злой. На власти, которые там санкции наводят на нас. Они же делают хуже. Может, и делают, конечно, хуже властям, вон, высоковольтным. Может, конечно, они делают хуже властям. Государству нашему. Но они также делают хуже обычному народу. Потому что обычный народ остается без работы. Они своим говна делают и чужим. То есть финны границы закрыли, ну так же, как и многие в Европе. Типа за плечом въезд с товаром и выезд машин с Российской Федерации, с Белоруссии. Чего-то. Я только недавно проснулся. Поспал пару часиков. Привет, он 5:20 уже. О чем это я? О, экспорт товара запрещен, что такое санкции. Люди остались без работы. Кто-то остался без товара. Ну вот финны остались без дров. Без дров, без топливных брикетов. Ну ладно, сейчас лето будет протянуто. А как зиму будут жить?
То есть они не подумали о своем народе. И нашему народу сделали говна, потому что очень много водителей, дальнобойщиков осталось без работы. Также кто эти дрова заготавливал в сетке. Сейчас спрос упадет тоже у нас. Сколько народу потеряет доход. Кошмар, короче. Ладно. Будем здесь, все будет хорошо. У всех будет работа. У всех будет мир. Ехаем далее. Что-нибудь покажу попозже. И как раз таки очень интересную вещь расскажу. Когда выйдем на нормальную дорогу. О, деляночка, прямо около дороги. Осторожно, вал колеса. Банька топится у них. Еду, зеваю. Ночь вообще была ужасной. Купание. О, впереди вижу фары. Не то, что ужасные. А работы было много. Много проездил сегодня. Ну что, на то надо работать, чтобы работать. Вроде как надо говорить спасибо за то, что есть работа хоть какая-то. Как вам больше нравится? Так или так? Я знаю, что вам вот это вот не нравится, трясучка. Ну что поделать? Вон снег в лесу тает. Ручьи текут. Бежит ручей в ту сторону, куда мы едем. Сейчас прямо в реку будет впадать. Ну сейчас... Уровень в речках, конечно, поднялся. А справа замерзшая. А слева нет. Прям вообще запрудены. Сухо. Там уже сейчас речушка будет. Какого мусь сделано? Чтобы вода не стояла на дороге, дорогу не размывала, вся уходила в речушки. Не видно еще. Слева уже вон осушено. Видите, сухая уже. А справа еще течет. Хотя в лесу еще не весь снег растаял. Он там белое просматривается. О, речка. Хариуса можно половить, например, форельку. Но я не умею. Реально ни разу на мушку не ловил. Ни на спирулину, ни на мушку, ничего такого. Вот еще один ручеек маленький. Вот еще к одному мостику подъезжаем. Это значит, вот еще ручеек бежит. Уже третий. Как выехали на грунтовку. Ура! Грунтовка кончается. Асфальт начинается. 17 километров было грунтовой дороги. Ужас. И вот мы выезжаем на асфальт. Но при этом мы сэкономили кучу времени, потому что мы прилично срезали, если бы мы ехали по асфальту.
Да и там состояние грунтовки не лучшее было. Ой, состояние асфальта. А зимой тем более тут вообще хруста пролетел. Зимой 80 по грунтовке едешь. Ну, видите, асфальт. По асфальту хуже, чем по грунтовке. Обещают сделать. Ну а пока, приходится ездить по таким дорогам. Как у нас уже? 5! Господи, я не вижу, трясется. 5:38. Ладно, хорош трястись. О, какой орел летит над дорогой. Здоровый. Ворон, что ли? Я не разбираюсь в них. Скорее ворон, а черный. Бывает то ястребы, то соколы, то орлы. Я в них не разбираюсь, для меня они все орлы. Ворон-то понятно, что ворон, но здоровый слишком. Дорога, кстати, видите, какая хорошая. Ну, буквально 1.5-2 километра такого асфальта, потом опять начнется дых. Это когда будет нормальный участок, где можно ехать нормально. Я включусь. Ну вот, началась нормальная дорога, слава богу. Красивые виды на лес. Расскажу теперь о чуде, которое... О, солнце как высоко. Расстали бы, да. О чуде, которое случилось. На этой машине уже 1000 лет, как чек горит. Цилиндры пропадают куда-то, убегают, не знаю. Ну, троит мотор. Бывает не едет, бывает троит. Ну, чек, короче, горел. А хотите верьте, хотите нет. Сегодня ночью лег поспать пару часиков, заглушу мотор, чек горел. Заглушу мотор. Запускаю. А старушка-то ожила, чека нет. Работает ровненько. Едет, вот, газ нажал. А, поехала. Да, конечно, не спорткар, но... Она едет. То есть, вот, все, она воскресилась. Это удивительно. У нее почти 500 000 пробег. И у нее пропал чек, который даже e-mail-кой не скидывался. У меня с собой нет e-mail, но до этого я, когда ездил в Сартау, брал с собой e-mail. Подключал в OBD разъем. Пытался скидывать, чек не удалялся. А всю ночь он сам пропал. Это вообще просто... У меня нет объяснений, как это работает. Масса не выключалась, аккумулятор не отключался. А до этого как-то 20-го что ли часа работал. Загорелся красный чек, и педаль газа отрубила. Ну что, нажимаешь, она не газует. В итоге скинул клем, поставил обратно. Красный чек пропал. Только оранжевый оставался. Сейчас даже оранжевого нету. В общем, вообще красота, лепота. Я доволен. Воскрешение машины. Еще столько же проедет. А вы как думаете, почему этот чек все-таки пропал? Само устранение неисправности это как-то слишком фантастично звучит. Но я, честно говоря, ничего не делал вообще. Просто заглушил с постоянно горящим чеком. Поспал, запустил, и она работает.
Может, по уже какой-то проехали, где святая вода была. Ой-ой, начинается опять дорога. Ну вот опять такая дорога. Тебедох, тебедох. Ладно, все, мне осталось около часа. О, сколько машин убитых, две жиги. Мне осталось ехать около часа до дома, до гаража. Ой, солнце уже яркое. Все, я включаю музычку и еду. Кстати, музыка работает, зарядка идет. До этого не шла, как-то моросило. А, все, пока-пока.